Всем привет из солнечного Майами. У нас карантин все еще продолжается. Все у нас 13 мая. Вот, говорят, еще продлили на 60 дней. А, карантин? Да. Лонгбордах едем в магазин, так как нам до магазина ехать просто 2 минуты. Пешком мне охота ходить. Я же на лонгах. Ну, вроде не жарко, кстати. Вот, ну, это пасмурно, так сказать. Оба. Уехал. Как можно видеть, на улице можно без масок ходить. И на улицу вообще свободно можно выходить из дома. Некоторые люди в масках ходят, кто-то без. Но я не знаю, я не вижу смысла вообще в маске ходить где-либо. Едем в магазин Publix. Вот. О, брат уже одел маску. Леша, точнее. В магазин обязательно нужно одевать маску, поэтому Кирилл вот одевает масочку перед входом. Тут есть даже надпись где-то. А вот. Стоять, держать дистанцию. Ну, примерно 6 feet. 6 feet? Нет, это не 6 feet. Что, пока ждали? Называй меня. Это dates, органик для каши. А я на русском не знаю? Нет, я не знаю, как это. Финики, швейники. Голубика, да? Голубика, да. Лимон, бананы. Баночки. Самое вкусное, это... Горошек с васаби. Горошек с васаби, да. Но он такой, он толстый этот дед. Овы низ его запекают. Ну, это сушеный. Да? А, сушеный, да. Очень сушеный, да. Опять спросите, что такое мясо, я вам посоветую никакое. Да, это мертвые тела покупать. Отвратительное. Не суть, каждый решает сам себя, но я думал, каждый не, сам откроет. Не, но все-таки кушать трупы, такое себе удовольствие, знаешь. Как видно, туалетной бумаги нет. И даже папер таул снять на полотенец бумажный. Ты говоришь, хорошая идея покупать салфетки для лица, для туалета. Вау, салфетки для лица, для туалета купить. Блин. Но выбора нет, крайне сильно. Это правда, блин. Потому что до сих пор дефицит туалетной бумаги, но ее где-то можно найти, либо приходить рано в магазин и просить у работника. Когда ее завозят, то не дают. Я беру, да? Это не реклама. Блин, давайте проверим воду. Мне кажется, воды сейчас вообще дофига. Все раньше тоже воду раскупали, и воды вообще тоже никому не хватало. Так, самое главное, графу. Все, есть дефицита нету, так что собачку что-нибудь возьмем. Взрезел и ем. Давай что-нибудь для зубиков возьмем, да? И косточку. Какой выбор вообще шикарный. Смотри, $3 возьмем. Да, соберем. Ну, конечно, маленький, но пойдет. Такой дефицит воды, что даже воду выкладывает для собаки. Прикольно. Селка? Да, воды просто куча. Так что без воды не пропадем. Но чем жопу потерять? Сложный вопрос. Куда взять? Справа полная, а все. Ты любой бери. Короче, типа, для мозга полезно молоко. Вот нормальное молоко. Dairy free, as it should be. Ну, мы берем другое, есть oat молоко, есть соевое молоко, есть almond milk, рисовое молоко есть. Блин, какой выбор большой нормального молока? Кипер делает. Даже есть
Almond Chocolate Milk, который раньше, кстати, ни разу не видел. Прикольно, да? Супер. Наконец-то. The child. This is my good side. Как классно. Да. Вау. Кулер для этих, для кэнов. Там пивасик какой-то поставить, чтобы не остывал. Красиво. Короче, закупили за $40. Там молочко, клубы, бананчики, все для каши. Слушай, флат вайт? А мы его пили? Амон Эл. Почему флат вайт? Там дабл шат, да? Вот. Короче, я Лёшу попросил, давай зайдем в Starbucks, а я потом такой, блин, уже закрыто, только драйв-тру. Но, как я понял, сейчас можно вот заходить, ну, даже на скейт, пешком подойти к окошку и заказать себе что-либо. А раньше, как бы не обслужили, ну, кто же открыт. Starbucks. Пикап-стор, и можно выбрать. Пикап-стор, и можно выбрать на машине, или на пешком. Обалдеть. Ну вот, мы решили через приложение заказать, чтобы, ну, там, не стоять. Поэтому, конечно, через приложение заказывать онлайн. Вот у нас на Starbucks рядом. Вот у него пикап сделает, и там будет пикап на машине, либо пешком. Вот мы на скейтах подъедем, заберем наши Flat White с Almond Milk. Далее? Конечно же, я не подстригался где-то, блин, сколько, месяц-два, наверное. Вот, это точно. Так что вот ждем, когда нам уже парикмахер напишет. Позовет нас. Все. Вот это обросли. Андрюшка продумался. Вот даже тебе и пикап. А ты думал, драйв-тру будем стоять. Ну. Все, довольный Алексей? Да. Вот лайф. Никакой. Что ты там взял? Ну, это не мне. Я не в курсе. Мне, что ли? Не, да, Леша у нас не сингл. Так что-то не очень помогает. А можешь скейт перевернуть? Не, давай сам. А можно круассан скинуть? Что творишь? Ты не оборудовал. Да, понятно.